Певица часто нарушает правила безопасности, выступая на сцене. Так, в субботу Анна Плетнева и Алексей Романов представляли авторское шоу «Сильная девочка» в клубе «Известия Холл», и артистка спрыгнула со сцены в толпу зрителей во время исполнения трека «Роман». Ситуация вышла из-под контроля, но вокалистка была довольна контактом с поклонниками, которые унесли ее на расстоянии 20 метров от сцены. Охрана негодовала, так как не могла повлиять на произошедшее, однако солистка винтажа делала вид, что все в порядке, и лично общалась со зрителями. «А теперь верните меня на место», заявила певица после завершения трека. Она продолжила концерт, как ни в чем не бывало, несмотря на удивление службы безопасности. Появилась информация, что поведение певицы давно не шокирует организаторов выступлений, знающих о ее заболевании. Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене. Артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности. Чтобы избежать возможных проблем, администрация группы «Винтаж» перед каждым выступлением вынуждена предупреждать о поставленном певице диагнозе организаторов мероприятий. К любому договору между коллективом и клубом прилагается копия справки, выданной Ане психиатрами. Анна Плетнева страдает диссоциативным расстройством личности. Фото. Архив Стархита. В документе, выписанном врачом, указано, что Плетнева не несет ответственности за неадекватные и даже незаконные действия, совершенные ею во время выступлений. Справку заверил директор медицинского центра психологии и наркологии, указав, что она бессрочна, а значит, не требует обновления и дополнительного подтверждения. Неизвестно, как давно у Анны раздвоение личности, ведь ранее сведения о ее болезни не оглашались. Подобный диагноз может существенно повлиять на личную и профессиональную жизнь артистки. Анна Плетнева прыгнула в толпу поклонников на концерте. Фото. Пресс-служба. Напомним, что недавно певица нарушила обещание, данное супругу, и приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала. Кирилл Сыров поставил Плетневой ультиматум, заявив, что она должна закончить карьеру. Пока нет информации о том, как избранник звезды отреагировал на поведение вокалистки на субботнем концерте. Класс пост. 660 967 подписчиков.